Всем, ребят, привет, вы на CodePlay, и мы сейчас будем, как и обещалось, будем лечить, устанавливать данные оборудования. Это у нас потому что изучено. И будем... Так, я бы хотел бы здесь еще кое-что сделать. Сделать расширение. Вот такое расширение, чтобы боты начали здесь разламывать потихоньку, заниматься своими делами. И здесь я бы тоже это сделал бы, наверное, вот настолько, так что будем ждать, пока они разломают. Мы дождались для того, чтобы дело сдвинулось с места. То есть было удобно. Так, я поставил сюда заграждение. Ну, как бы мы разговаривали с ребятом, да, что здесь дополнительная защита была между данными нашими господами, защитниками нашей этого места. Так, наверное, вот это хирургическое место мы повернем сюда. Было вот так более. Так, здесь лекарство, да, здесь аптечка, это все красиво. Так, нам нужна так, побольше питания, да? Так как мы разместили. И, наверное, сделаем это по красоте. Чтоб у нас было вот так. У нас же получается... О, даже больше, да, чем надо. Но мы можем сделать так. Аккуратно размещать. Надо будет потом просто изучить вопрос по питанию энергии. И всего лишь-то. А здесь мы пока размещаем даже данные аппараты красиво и аккуратно. Так, итак, нам еще нужно будет тогда поставим данное оборудование сюда. Здесь мы продадим. Так, здесь установили, все прекрасно. Так, здесь стенку надо... Так, все, ребята, готовы. Данную атаку отразить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Угу. А это еще не дойдет. Вторжение мы отбили. Прекрасно. Так, а лечение мы поставим. Лечение мы поставим, наверное, вот сюда. Данные. За... Сколько там? 20 тысяч она стоит. Ну, у нас деньги есть. 20 тысяч есть. Также. Наверное, давайте сделаем сразу. Пусть изучают. Пусть изучают. Так, здесь у нас патенты пусть пишут. Здесь очень много данных. Пусть описание происходит. Так, и также. Так, мне здесь сейчас интересует следующее. Так как мы еще пока что там будем устанавливать всякие блоки, изучение не так. И здесь у нас был вопрос в ученых. Так. Атмосфера ужасная, да, какая-то там. Но мы разберемся. Артефакт.
артефакт, это значит, на суда надо тогда сразу подразделения разные. Так, суда. Второе, ученые. Восьмой, седьмой, девятый. Пятый. Что здесь? Эвент опять какой-то. Девятый, восьмой. Так, вот сюда надо что-то другое. Опять камни, обломки, не только. Здесь девятый. Видите, у нас что-то осталось-то прям. Совсем ничего. Вот сюда. Для ученых. Прекрасно, пусть изучают. Флору и фауну. Так. Неизвестно, да? Инопланетные захватчики. Инопланетные захватчики. Создадим. И по факту, наверное, вот. Четвертый левел, да, у нас. Давайте пусть они займутся этим. А что там? Что с ними не так? Команда. Первая команда. Ну все... А! Кинг. Она не готова. Ну, cancel. Так. А что... насчет второй? Давайте вторую отправим. В принципе, во второй же все нормально. Там без каких-то проблем. Так, он просит нас, ученого и солдата. Ну правильно, по идее, там же чужой. Так, а здесь у нас солдат, ученый, медик. Что тебе не нравится? Давайте третью, да, отправим. Если так не нравится, давайте отправим третью команду. Что-то у них какой-то гон, да? Не понимаю. Не понимаю. Так, здесь какой-то артефакт. Тогда... Давайте на артефакт. Для артефакта пойдет Но первая не может. Но вторая. Все, отлично. Разберемся потом. Вопрос с этими причудами какими-то непонятными. Разберемся. Надо, кстати, вот эти вот артефакты, да. Четвертый левел. А почему третий? А почему третий должны? В принципе, первая команда и должна. Не готова, потому что там инженер неплохой. Блин, а. Как вылечить-то инженера? Джон Фишер лечится. А вот этих вот... Можно мне вот этих двух инженеров как бы... Они что, в шоке были или что? Что с ним произошло? Вот инженер, да? Вот она. У нее ранение. Но ранение где? Артефакта у нее в груди нет. Плохое отношение какое-то, да, такое невзрачное. Она лежит в постельке своей вот это вот. И ничего не делает. А ты что делаешь? О, ужасное, да? Клементина Блэдхарт. С солдатом у нее ужасные отношения. Ну тогда... Какие дрени фени вас... это... Уволить. Так, где там? Отказываемся. Пожалуйста, от услуг ваших мы... Что это такое? Это вот это? К...
Конечно. Сначала ее... чтобы она ушла. И это тоже мы... Все. Уходите. Документ был разорван. Что они там? Воняют. Не хотят они. Главное, их лечат, а они лежат и не работают. Просто, что это такое? Почему? Здесь все пришли работать. Так, хорошо. Так, наймем сейчас новых тогда инженеров. Потому что мы сейчас будем ставить всякие фишки, да? Все. Найдем хороших работников. Кто-нибудь вообще занимается вот это вот изучением? Пожалуйста, будьте добры. О, Эмили Джонс, ты меня спасла. Ты прям прелесть. Прям уважаю, уважаю. Так, хорошо. Так. Что у нас здесь есть? А, о, деньги пришли, это хорошо. Деньги пришли, но что-то слишком много. Это по причине, наверное... А, ну я не четко рассчитал, это, видимо, дополнительный расчет. Дополнительный расчет, и, наверное, поставим, так как у нас есть денежка, да? И, наверное, поставим сюда еще одну лекарственную такую. Так, и ученые, соединение с учеными-копчеными. Главный, мы с командой ученых 04 на RH-212. Это потенциально самая безжизненная планета, на которой когда-либо я сталкивалась. По крайней мере, самая безжизненная, в которой, несомненно, когда-то была жизнь. А, думаешь, здесь был апокалипсис какой-то? Ничего такого драматичного, главный. Есть признаки ранних микроорганизмов для одноклеточной жизни на уровне амебы. Но каждый образец, который мы взяли, был лишен жизни. Это была не стрельба, это было медленное удушение. Если вы... Ну, извините меня, данную метафору. Я думаю, что... А у вас вообще есть... научное данное обоснование. Вот есть как раз ученые, да, и знания. 83% как раз. О, она не, Шульц не прошла тест? Серьезно? Извините, но в голову ничего не приходит. Угу. Хорошо, продолжайте обследование. Так, главное, мы увидели что-то на горизонте, и мы не можем разобрать. Мы дойдем оттуда и с вами свяжемся, узнаем больше. Хорошо, до связи. Интересно, интересно, что у них там. Так, а тем временем у нас ставится вторая батискафная для лечения, да? Кстати, кстати, не будем долго... Так, вот это мы почистим нафиг. Они нам нужны, не нужны. Так, вопрос. Опять ты моя хорошая. Главный. Это ученые 04. И мы достигли объекта, который мы видели ранее. Это дерево. А оно вообще живое, нет? О, да, очень живое, да. Я бы сказал, что оно даже агрессивное. Так, тогда опиши. Так, рассказываем. Хоть метров 50 и криво находятся они, да? Стволы изогнутые. Почти на 90 градусов посередине. Листьев нет, вместо этого кажется, что каждая ветка, как бы маленькая, а не была покрыта острыми красными шипами, ну, где-то бурым цветом.
Однако самая замечательная особенность – это корни. Они огромные. Даже те, что можем видеть по земле, они могут по сотням метров в разных направлениях. Ого! Типа такая сеть, да? Как грибы. И ты считаешь, что оно живое? Ты же сказал, что все на планете уничтожено. Ну, я не вижу. Так, мне не нравится это. Я думаю, что он... ну, вообще, я полностью с вами согласна, и мне это не нравится. Потому что... Так, а, у нас менталка упала, нифига. Я думаю, что данное дерево пришло сюда, и оно здесь неуместно стоит. Я думаю, что это проникло сюда, в этот мир, и не для того, чтобы подружиться. А у нас нету... Так, новые инструкции какие? Ну, продолжайте изучение, да? Я вообще бы как бы уничтожил бы это дерево. Я боюсь, что это дерево... Так. Стресс. А, и... Вот, получается... Менталку получил. Но прилично опыта. Прилично опыта. Ребята спохватили. Так, сколько там... А, все. Мы сделали... Вот они, аппараты. Аппараты по разным... О, вторая команда. Вторая команда. Я нашла что-то интересное и интригующее, главное. Это прозрачная сфера с песком внутри и водой. Где ты нашла это? Ну-ка. Мы какой-то своеобразной галереи. На выставке было много сфер, похожих на маленькие планету. Но только это не было красной магмы. И что ты можешь сделать с этим? Хоффман берет перчатки и начинает манипулировать данным шаром. О, круто, мы можем терраформировать, создавать погодные явления, чувствовать себя богами. Ха-ха-ха. Ты что, с ума сходишь там, а? Так, ну, мы как ученые, как понимаю, у нас нету, видите, второе сообщение, да? Это библиотекарь, видать. У него данные об чужих должны быть. Но это надо прокачивать, однозначно нужно. А здесь как ученые, типа, узнай, как это работает. Окей, все. Не устроит, не уничтожь планету. А то еще уничтожит, девчуля. Так, инженеры. Раз, два, три, четыре. Где-то около пяти, да? Около пяти инженеров нам нужны. Пять инженеров. Это прям... Семь. Выберем семь. Все, ждем. Приедут. Так, лечение. Как, помогает вообще? Да, смотрите, да? Нет? Лечение такое, физическое. А то есть, а менталка кто будет? А ментальное лечение что? О, соединение. Вторая команда. Итак, это София с нашей командой сообщает вам с отчетом о портативном планете. Это населен нанотехнологиями и городами с полнофункциональной симуляцией жизни. Здесь, я бы сказал, перчатки для терраформирования нужны и предназначены для наблюдения за влиянием изменения климата. И этих нанороботов можно назвать, в принципе, живыми. Так, я хочу узнать об обитателях, и я хочу узнать, как это было создано, да, 79.
Логику включаем, моя хорошая. Это невероятно сложные наночипы, интегрированные системы в мельчайших масштабах. Планета, роботы, города. Я бы даже не знал, с чего начать, проектируя ничего-то подобного. Думаю, присутствие нанороботов тоже влияет на наши показания. Без их, возможно, если чему-то сможем научиться на поверхности планеты. И что мы сделаем? Что мы вообще... Какие дальше дальнейшие наши приказы? Так, ну также я хочу узнать социальное о жителях. Давайте. Так, тест-то она не прошла, да? Что-то плоховастенько. Трудно быть более конкретными, учитывая масштаб всего. По крайней мере, кажется, живут полным жизненным циклом. Но назвать этой разумной жизнью или предварительной конфигурацией симулятора... И что мы должны дальше делать? Так, ну, в принципе, пока что ничего. Все. Хорошо. Я думаю, тоже мы узнали многое. И нам нужно посмотреть, как будет экосистема нано позволять событиям своим естественным путем действовать. Пока не иссякла сила питания, да? Ну, хорошая идея. Пусть посмотрим. Мы вернем с собой, часть возьмем через вселенную стакан, предоставим в библиотеку, чтобы у нас знания было о них. Это же важно очень. Открытие, нифига себе, нанороботы. И как вы считаете, это будет еще экзопланета? Ну, как бы артефакт это, наверное, взять стоит. Технически нет. Это будет, она даже если вращаться вокруг Солнца будет, я бы назвал это блуждающей наноэкосистемой, не больше. И то, которое будет проходить мимо. Так что, хорошо, принято, возвращайтесь к воротам. Интересно. Ну да, артефакт. У нас артефакт будет. Отлично. Ребята, это вообще-то артефакт. Нам, кстати, да, реально, нам нужно позаботиться об библиотеке, да? Библиотека, вот она. 400 нужно. Ну, и надеюсь, у нас не будет проблем с этим. И сейчас... сколько? Через 2 дня. Через 2 дня инженеры нам прибудут, да? А сюда нам еще нужно будет... Это для инженеров нужны. Так. А я бы сделал бы, наверное, для инженеров еще дополнительное место. Вот так вот. Выделим. Сделаем. Расширение, пожалуйста, будьте добры. Роботы. Предоставьте. Так, все, инженеры готовы. И сейчас мы вместе с вами выберем, кто же будет инженер. Так. Ага. О, нифига себе. Джан Лерой, француз. Инженер. Угу. Скарлетт Кларк, американка, инженер. Неплохо, смотрите, как у нее, да? Луиза Хоффман. 3. Хоффман. Это сестра Хоффман? Нифига. Джан Бернард. Не глупая. Девия Бхат. Сара Дебос, Франция, так. Абрихишит Шарма, о, не глуп, смотри, не глуп. Индия, уважаю. Одного взяли, однозначно. Хоффман возьмем. Возьмем Скарлетт. Это уже 3, да? Это уже 3. И, наверное, француженку, да? Француженка, да. Меня интересует. Так, получается, 1, 2, 3, 4. 4 из 7 выбрали. Отлично. Все прекрасно. Мне нравится. Они сейчас прибудут у нас, ребята.
Что? Что такое? Непонятка какая-то? Ты что? Куда артефакт деть? Ну, пока что нету у нас. Сейчас и изучим, у нас надо научные данные. А здесь пока у вас, ребят, стройка идет полным ходом. Сейчас мы все будем делать. Все работать. Сейчас вы отправиться будете на добычу, как инженеры. Аппараты, все это. Все при вас будет. Это здесь надо будет стенки поставить. Вот это черное, что это такое? Что за чернота нафиг? Кстати, можно здесь тоже. Вот это вот. Ну, хотя чернота... Не очень. Мне не нравится. Так, давайте делаем... Так, вот так, вот так, вот так. Да. Ну, блин, интересно, конечно. Работают и вот эти задания такие прям. Вот этот человек здесь тоже, конечно. Здесь бы закрыть, но, блин. Я не думаю, что-то опасное здесь такое. Просто скальник. Такой неприятненький. Ну да, пофиг. Так, аппаратуру, да, вот для... Сколько? 5000 стоит. А вот это мы еще закрыто, да? То есть, а почему закрыто? Подождите. У нас же все должно быть открыто. А вот это нет. Или может питания нету? Сколько надо? 500, да? А, у нас нету питания настолько. Хорошо. Тогда мы поставим... Вот аппарат. Данный аппарат сюда установим. Для инженеров. Сюда поставим... Крафт. Вот, кстати. Это броня. Ну, не броня, или как бы какой-то эдакий скафандр. То есть у нас есть легкий бронь, тяжелая броня, а вот это вот защита от Магларм, Эксониум и Кобиум. Все. Все, однозначно будем работать над тем, чтобы это изучить. Здесь пусто. Пока что пусто. Так, посмотрим. Так, аппараты разные, да? Ух ты. То есть это не просто так. Не тяп-ляп. А сколько они стоят? По 10 энергии, да? По 5. Будем ставить разные. Вот так, сюда и... Сюда. Так. А вот этот... Прогрессия или что? Его кто-то будет делать? Ну что, ребят, давайте закончим на этом. И сейчас пока что питание расставляем. И в будущем мы увидимся вновь в ближайшем времени. На этом всего хорошего. Поставьте лайк, комментарий. И вас обнял. И пожелаю только... Только приятного. Так что всем аригато.